Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Максим Пивоваров. В пятницу синоптическая ситуация в Заурале обусловится теплым сектором циклона, из-за чего будет облачно и кое-где пройдут скоротечные грозовые дожди, что, впрочем, не помешает температурному режиму оставаться на 7-9 градусов выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге +25, +27, в Челябинске +30, +32, в Тюмени +28, +30, кратковременный дождь, гроза. В Кургане облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха +16, +18. Днем в Кургане переменная облачность, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Температура воздуха +29, +31. Атмосферное давление будет падать и составит 751 миллиметр ртутного столба. 26 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.